Ярмарка «Золотая осень» «Ценопад» открылась на центральной площади города Одинцово. Название говорит само за себя. Жители могут приобрести разнообразные товары по социальным ценам. Заместитель главы администрации Одинцовского округа Павел Кондратский сообщил, что скидки на торговой площадке достигают 30%. В ассортименте мед, сухофрукты, конфеты, кондитерские изделия, мясная, рыбная и молочная продукция. Соленья. Также на ярмарке можно приобрести одежду, обувь, домашний текстиль, сувениры, изделия из шерсти, фермерские продукты, уточнил Павел Кондратский.